Всем привет! Сегодня 30 марта 2023 года, четверг, город Харьков, на улице 0. Сегодня абсолютно пасмурная погода, без надежды на какие-то прояснения днем. Все абсолютно затянуло тучами. Сейчас очень холодно, пронизывающий морозный ветер. Ну и без осадков. Обещали наши синоптики, к нам все-таки пришло похолодание. Несмотря на то, что сейчас на градуснике всего лишь ноль, ощущается как минус. Очень переживаю за древовидный пион я, потому что на нем уже достаточно большие почки. И если он помёрзнет, то в этом году он цвести не будет. Это очень-очень плохо. Вот. Но надеемся, что всё-таки именно минуса, минус 1, минус 2 не будет. И, конечно, пион выдержит. Вот, кстати, показываю. Это память о моей маме. Она его садила очень давно. На этом месте он давно растет. И очень бы хотелось, чтобы в этом году он зацвел. Солнышко уже сегодня давно встало, в 6 часов 17 минут. Зайдет солнышко в 19 часов 3 минуты. Долгота дня сегодня 12 часов 46 минут. Ну, судя по погоде сегодня, зима к нам вернулась. Конечно, неприятно. Но синоптики обещают нам все-таки, что в ближайшие дни будет потепление. Вернется к нам опять та же температура, плюс 15, плюс 20, буквально с завтрашнего дня. Ну, конечно, я в своих видео обязательно это покажу, если такое будет. Но пока есть то, что есть. Не вешаем носы. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня. Ой, как холодно, пошла я все-таки в дом. Ну просто, уже отвыкли мы от такого холода.